Такой краевой мониторинг уже прошел в двух муниципальных образованиях. На протяжении недели профильные комитеты Законодательного собрания края совместно с региональной энергетической комиссией, Департаментом цен и тарифов проводили анализ обоснованности действующих в нашем районе тарифов. В частности, это касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также медицинских, образовательных и ритуальных услуг. На совещании, которое прошло под руководством заместителя председателя ЗСК Виктора Чернявского, подводились итоги мониторинга. Анализ показал, по мнению комитета депутатов, что тарифы, установленные как государственными органами края, так и органами местного самоуправления, в целом обоснованы. Они включают в себя необходимые для оказания услуг статьи расходов. И формирование осуществляется в соответствии с законодательством. Однако, по словам представителей комиссии, в каждой из сфер есть ряд проблем, которые требуют детальной проработки. В частности, районным властям рекомендовано разработать комплексную программу развития теплоснабжения района, а также провести разъяснительную работу с населением о необходимости установки общедомовых приборов учета.